Выступление я заканчиваю песней, которая называется «Баллада о Стиве Джобсе». Я думаю, многие знают этого человека. Стив Джобс, как безусловно, творческий человек в любом случае. Несмотря на то, каким бы он бизнесом ни занимался, в какой бы стране он ни жил, но то, что творческий, этого у него не отнять. Стал быть, он в чем-то нам родственен, а может быть, даже и во всем. Стив Джобс отправляется в путь своим макинтошем в руке, с айподом на ремешке. Стив Джобс отправляется в путь. Стив Джобс отправляется в путь. Шагал по лесам с тоской и сомнением в груди, порой в интернет выходил и в блоге чего-то писал. Он думал, а если бы Бог сказал мне, пути дальше нет, то стал бы я лезть в интернет и стал бы писать в этот блог. Пожалуй, что нет, а может и да, а может нет. Над ним проливались дожди, и ветер играл ремешком, и думал еще на том, где б свой макинтош зарядить, и где бы айпод зарядить. Во тьме среди мертвых болот, во тьме, где пути не найдешь, белел лишь его макинтош, звездою светился айпод. И вот он подходит к реке, и кто-то стоит над рекой, веселый и светлый такой, причал и весло в челноке. И некто стоит на песке, он Джобсу сказал: ну привет, бросай интернет, свой блог, бросай макинтош и айпод. Ты прибыл, пути дальше нет. Пути дальше нет. Пути дальше нет. Пути дальше нет. Стив Джобс посмотрел и вздохнул. Он скинул с плеча ремешок, сложил макинтош на песок и в лодку с улыбкой шагнул.
шагнул. Стив Джобс отправляется в путь.